Ну, вы знаете, какие это сфонка, да? Вот, я еле доехал сюда. Правда. Мне кажут, что... Мене таксист привез, чтобы вы разумели, на первый дом. И каже, дальше не идешь. Я такой, нифига себе, мне 11 надо. Мне, правда, дав, за 50 гривень дав коксу туди. Короче, мене привезли. Что самое главное? Что самое главное у нас в жизни? У вас. У вас. У вас. Родина. Украина. Нет, 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 нет. Нет. Нет, 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 нет. Самое главное у нас в жизни, это когда нас ждут. Женька, собака, через кому? Теща, скотина, тоже через кому? Нас дома ждут, правда? И меня дома ждут. Я, когда выезжал ночью на фронт, у меня появились первые такие слова. Я закрою свою дверь, уходя, пока дети спят. Я уходил, у меня два хлопчика, 13 и 6 років. Я выходил, я не знал, чи я повернусь, правда? Это для вас, ребят. Закрою свою дверь, уходя, пока дети спят. Если любишь меня, верь, я вернусь через 100 преград. Если любишь меня, жди, я же выживу все равно. Я с тобой, я не один. Твоя вера меня хранит, и тепло от тебя живет. Не заказывай рахит, тот, кто любит, всегда ждет. Если любишь меня, жди. Я с тобой, я не верю. Через тысячи разных лет, через разные города, твоя вера, бронежилет, что спасает меня всегда. Если любишь, я же выживу все равно. Я с тобою, я не один. Не допитаю, брошу вина. Потух и других дел, не слышны от войны слова. Очень рада, я постарел, здесь за год пролетает два. Если любишь меня, я же выживу все равно. Я с тобою, я не обидел. Я закрою свою дверь, уходя, пока дети спят. Если любишь меня, верь, я вернусь через 100 преград. А в душе моей есть весна, и она для тебя поет. И надежда еще жива, если кто-то тебя ждет. Насправді, це я маю вам хлопець, тому що от сидять в залі всі герої мої. Мої герої, ви мої герої, розумієте? Для моїх дітей ви герої. Для дітей моїх дітей ви герої. Ви найкращі. Я честь маю виступати перед вами. І, звісно, ти будеш співати 4-5-0? Ні, звісно, не буду. Але я буду співати вам сьогодні по-домашньому. Ви не проти? Бо я, в мене є фанера, там барабани, все це може бути. Але я хочу заспівати вам по-сімейному.
як я співав своєму хлопчику 6 років. А він такий: 4-5 нови. Пожелайте друг другу 4-5-0. Мол, вам все плюса. Жизнь билет раздала, она проездной. Вот свезло. Но я верю, все будет 4-5-0. И зимою бывает тепло. Кто вокруг сейчас на вишне нулевой? Кто стоит? От души пожелаю 4-5-0. Пусть и будет все время в плюсах. Остается нам в сердце и душах военная боль. Нам теперь с этим жить. Но я верю, отчаянно будет 4-5-0. Что еще говорить? Летят над землей. И весна по планете идет. Пожелаю всем нашим 4-5-0. И всем тем, кто еще. Учасникам, дякуємо Палацу культури ветеранів, дякуємо всім! Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей! До зустрічей на пісні народження ВАТО 2020! Так, ювілейний, п'ятий! Дякуємо! Гарного вечора! Гарного продовження сьогоднішнього вечора! Наши птицы в полете летят над землей, и весна по планете идет. Ждем. Пожелаю всем нашим 4-5-0.
Слава Україні!